Развиваться, учиться новому и узнавать этот мир дети должны в комфортных условиях. В Химках за этим следят не только родители юных жителей, но и представители администрации и депутатского корпуса. Первый заместитель главы Химок Кристина Мадатова вместе с муниципальным депутатом Валентином Герасимовым провели осмотр детского сада номер 16 «Медвежонок». Внимание уделили игровым залам для групповых занятий и техническому состоянию здания. Прежде всего, естественно, мы знакомимся, встречаемся с родителями. Сами смотрим состояние, встречаемся с заведующими, то есть мы общаемся вживую. Если что-то там говорит, а бывает, вы знаете, и жалобы, и пожелания, и так далее. Это тот контакт на сегодняшний день, он просто необходим. Помещение сегодня на особом контроле у заместителя главы Кристины Мадатовой. Такой мониторинг учреждений проводят в рамках проекта реконструкции объектов образования. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.